Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Всем привет. Доброго вам времени суток, друзья. Доброго вам времени суток всем. Всем привет. Сегодня у нас с вами будет видео, в котором мы будем смотреть и разворачивать вот такие вот, смотрите, какие симпатичные жвачечки, которые называются Love Is. Я думаю, что нет людей, которые не знали бы, что это за жвачки такие. Думаю, что 95% из вас точно знают, что это за жвачки и что у них там внутри. А те 5%, которые не знают, сейчас вы увидите, друзья, сейчас я вам все покажу. Не переживайте. На самом деле это просто уникальные жвачки, которые очень-очень были популярны у нас в 90-х годах, в начале 2000-х, да. Наверное, каждый, кому сейчас где-то 25-30 лет, вот, когда-либо пробовал ее, где-то там бегал, менялся фантиками из-под нее и так далее. Вот, заинтриговал, да? Сегодня я специально взял вот такой вот небольшой блок жвачек. История этого блока достаточно романтична, потому что когда-то, где-то, наверное, лет... лет 10 назад уже. Вот я дарил этот блок жвачки моей супруге. Вот она... Какое же это было событие-то? Это была какая-то годовщина. Не годовщина, но знаете, как вот влюбленные парочки, когда начинают встречаться, они сначала отмечают там месяц вместе, потом два, потом три. Я не помню точно, на какую-то дату мы уже были женаты. Вот, и событие, честно, не помню какое. Но я помню, что я вот от чистого сердца пошел и купил блок вот этих вот жвачек Love Is. И сегодня мы с вами их посмотрим, потому что осталось здесь не так уж их и много. Давайте я открою аккуратно. Сейчас аккуратненько я вот так открыли. Знаете, они очень-очень круто пахнут. На самом деле пахнет просто безумно. Да, пахнет жвачкой, пахнет детством, пахнет, да, разорванными джинсами, скошенной травой и так далее. То есть тот запах, который, да, у каждого свой, запах детства. Вот, и вот здесь такая куча всяких разных жвачек. Их осталось не так уж и много, их был целый блок. Вот в блоке он был, полная коробка практически, то есть и... то, что осталось, то осталось. Мы сейчас с вами будем все это делать, то, что осталось, разворачивать. Я предлагаю делать таким образом. Я разверну одну жвачку. Если вы не возражаете, я даже съем, ну, как пожую немножко, потому что мне кажется, что это будет достаточно СМРно. Вот. И я буду читать, что здесь написано на фантиках, да, потому что самую основную, конечно же, ценность, которую представляет из себя эта жвачка, это ее фантики, то есть именно не вот эти фантики, да, потому что они все одинаковые, ну, как бы, кроме цвета, по цвету разные были, а именно вот эти вот вкладыши, так называемые. Сама жвачка, в принципе, очень-очень простая, смотрите, какая. Вот, она, ну, я не знаю, наверное, где-то на каком-то заводе, это побочное производство, скорее всего, от какого-то там завод резиновых изделий, там, например, какие-то валенки делали, вот у них там слишком много резины оказалось, наверное, начали делать жвачку. Я шучу, конечно же, на самом деле, вкус у нее достаточно вкусный, насыщенный, но очень быстро проходящий, то есть ее жуешь 5 минут и все, и она уже... безвкусная становится, но тем не менее любили, опять же повторюсь, эту жвачку не за ее вкус какой-то там, не за цену там и так далее, а за то, что у нее такие вкусные, такие прикольные вкладыши на... Давайте попробуем показать так, чтобы вам
заинтересованы такие вот человечки, да, это он и она, то есть, соответственно, это какие-то отношения, любовь это, любовь это как раз название жвачки, да, love is, и я надеюсь, что не сильно чавкаю, жвачка очень вкусная, вот, и как раз любовь это, как переводится love is, да, то есть название жвачки. И вот здесь вот любовь это и какое-то дополнение, то есть какое-то прикольное сочетание слов, например, вот здесь написано любовь это каждый день благодарить судьбу за то, что вы познакомились. Такая милота. Жвачка это изначально была на английском, а думаю, что еще перевод был там на итальянский, на французский, да, на русский, соответственно, и на другие языки. Не видел, кстати, эту жвачку на украинском языке, не видел. Но вот не знаю, есть ли это или нет, такая жвачка на украинском языке. На самом деле все возможно, но вот на русском, да. На русском есть, она и была на русском, в принципе, тогда, насколько я помню. Ну вот, значит, вот такая вот милая парочка у нас здесь, да, такая вот милая парочка. Они стоят рядышком, ручка об ручку, держась. Ну, во сколько мы с вами общаемся, уже, наверное, минуты 3, да, с тех пор, как я съел жвачку, ну, съел как. И она уже безвкусная, на самом деле, то есть реально уже я не чувствую вкуса ее. Вот. Кстати, у этих жвачек разные вкусы. Ну, то есть, смотрите, вот есть такие вот оранжевенькие, это... Будет один вкус, да. Сейчас посмотрю, что здесь составное лучше станет, конечно. Давайте попробуем. Вот у нас есть, в принципе, этот фантик, он еще развернут, с него будет удобнее читать. Значит, что здесь написано? Вот это у нас, опять же, как я прочитал, желательный синтез со вкусом ананаса и апельсина. Состав здесь, конечно, лучше не читать, потому что здесь эмульгаторы, всякие красители, понятное дело. То есть, как бы, что она и не из яблок сделана, да, и не из апельсинов. Вот, то есть, вот это вкус апельсиновый у нас. Вот это вкус. Сейчас мы заодно и посмотрим, что там у нас за вкладыш. Сейчас посмотрим, что там у нас за вкладыш. И заодно жвачку я уже не буду есть, с вашего позволения, я буду их аккуратненько складывать в коробочку. Предлагаю сначала определиться, что это за вкус. Это у нас вишни и лимона. Вкус вишни и лимона. Такой вот красненький. Ну, это вишня, да. То есть будем считать, что это у нас именно вишня. Откроем вкладыши, посмотрим, что там у нас. Любовь это, ну, это как бы, да, логичное начало. А сделать рамку для его детской фотографии. Милота, на самом деле, милые очень всякие вот эти вот вкладыши. Они, конечно, такие очень-очень-очень милые. А почему я, собственно говоря, вспомнил про эти жвачки? Сегодня сын домой пришел и сказала плоп, и сказала кроха. Короче, сын пришел домой сегодня и говорит: слышишь, папа, я тут такую жвачку увидел, короче, в магазине купил, ты не поверишь, просто, и показывает мне, типа, это самый лавлис такой показывает, говорит, смотри. Я говорю, что? Он такой, ты видел, там вообще вкладыш, внутри вкладыш. Я говорю, да ладно. Он говорит, да. Смотри, такой разворачивает вкладыш и говорит: мама, папа, знаете, что любовь — это ухаживать за своей девочкой. Типа, короче, я говорю, вот это да, вот это круто. В общем, и поэтому у меня сегодня возникла такая вот идея сделать такое видео по теме Love Is. Значит, смотрите, что еще. Здесь еще, видите, в уголочках, вот здесь вот, я не знаю, видно вам или нет. Попробую чуть поближе показать. Это, наверное, вот так. Вот здесь, видите, в уголочках.
нас была красненькая жвачка. Теперь давайте синюю откроем, посмотрим, что там. Ничего страшного, если я жвачку жую. Надеюсь, что это вам не противно слушать, по крайней мере. Так, сейчас мы аккуратненько откроем. Ну, жвачки, кстати, видите, везде разные. То есть вот наша жвачка, которая была лимон с вишенкой, вот такая вот красненькая с беленьким. А эта жвачка у нас желтенькая с таким розовеньким, ну, с красненьким, можно сказать. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Это у нас со вкусом банана и клубники. Банан и клубника, друзья, вот синенькая. Почему-то они синенькую обертку сделали бананом с клубникой. Не знаю почему. Было бы логично, да, желтенькую сделать банановый. Но, может быть, есть на то какая-то причина, я не знаю. Ну вот, вкладыш здесь, конечно же, открываем. И любовь — это когда кто-то тобой покорен, да, и, наверное, если он такая девочка и мальчик, который ей сердечко на коленях своего, да, отдает. Ну вот такая вот, такие вот незамысловатые картинки на самом деле, но они, знаете, берут своей какой-то простотой и вот своими такими вот, да, такими цитатами. Всегда интересно, что же придумают, что же, какую же цитату придумают производители в следующей жвачке. И вот как бы всегда было интересно. У нас еще осталась вот у нас зеленая, вот, из цветов, которые там есть, и все. То есть, ну, насколько я помню, как раз вот 4 было цвета вот этой жвачки. Хотя, может быть, конечно, и больше. 4 цвета, да, 4 вкуса. Но у меня, по крайней мере, сейчас только 4 вариации цветов. Поэтому, ну, как бы, не могу сказать по поводу других цветов, были ли они, какие-то были вкусы и так далее. На моей памяти, опять же, вот, я помню, что как раз, по-моему, 4 цвета. И 4 цвета и было. Будем аккуратно с вами ее разворачивать. И у нас здесь, видите, такая зелененькая с беленьким жвачком. А здесь у нас вкус яблока и лимон. Яблоко и лимон. Ну, то есть яблочко и лимончик. То есть тут все понятно, да, у нас зеленая, как бы, этикеточка и желтенькие бачки — это лимон. Вот, я смотрю, лимона было очень много у производителей лавы, и они везде его добавляли. Любовь — это когда трудно сосредоточиться на мече, да, потому что рядышком стоит шикарная девчуля. Вот такая вот любовь, да. В принципе, как бы, это понятно. Уже открыли аж целых 4, эти 4 вкладыша. Давайте немножко пошуршим ими. Я думаю, что мы не будем открывать все. И сначала я хотел, потому что открыть все жвачки, которые здесь были в нашей коробочке. Но я думаю, мы не будем этого делать, потому что если мы это сделаем, то у нас просто на это очень много времени уйдет, потому что их достаточно долго открывать, долго читать, поэтому это будет долго. Я думаю, что вам было приятно это все посмотреть, потому что все-таки, да, вы вспомнили, а если не вспомнили, то вот, пожалуйста, вам на заметочку такие романтичные жвачки. И, кстати, если вы, например, не знаете, что подарить вашей второй половинке, а ваша вторая половинка, ну, достаточно взрослый уже, то есть, например, ваша девушка или ваш мужчина, да, помнит вот эти времена с вот этими жвачками, да, помните, то можете и подарить, как раз сейчас продаются, вот совершенно можно, как бы, недорого. Ну, я не продаю, а то меня потом будут спрашивать, типа: Лёха, ты что, жвачки продаешь? Я говорю: да, ага. Вот, сейчас можно вот такие штуки купить, и это не реклама, это просто меня, как бы, вшторили эти жвачки, поэтому я решил вам напомнить, что они есть. Сейчас они на каждом углу продаются. Я когда-то тоже, я помню, через интернет заказывал как раз вот такой вот блок целый
И это было достаточно романтично, на самом деле. Ну, по крайней мере, я так думаю, по крайней мере. Потому что многие, вот как раз, опять же, повторюсь, помнят, да, вот эти вот жвачки, вот эти все вкусы и так далее. И вот эти все фантики у многих до сих пор где-то разложены там по полочкам, по баночкам, да, лежат где-то со времен их детства. Вот. Такие вот дела, друзья, любите и будьте любимыми. Любовь — это круто. Love is. Любовь — это круто. Я вам желаю еще раз любить и быть любимыми. Вот, всего вам самого классного. И, конечно, до свидания. Увидимся, друзья. Пока. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!